Всем привет! У нас новый формат видео. Мы экспериментируем, пробуем, как будет лучше, так или так. Мы пробовали закадровый текст. Теперь решили, что в нашем ролике должно быть лицо с объяснениями. Будем считать, что это такой вариант номер два. Возможно, он зайдет больше, чем закадровый текст. В общем, в начале ролика я буду говорить, куда мы едем, что мы там планируем увидеть. Ну и немножко, может быть, о находках. Хотя, наверное, о находках лучше все-таки посмотреть в видео. Поэтому давайте попробуем сегодня такой формат. Номер раз. Первая локация в нашем ролике – это пещеры в Крыму, жилье древних гиен. В четвертичном периоде на территории Крыма была саванна. И, собственно, как сейчас в Африке, там бегали всякие страусы, какие-то газели там, и гиены благополучно это все ели и тащили в свое жилье. И, собственно, со временем воды подземные там как нанесли туда грунта, все это сохранилось, так скажем, законсервировалось. Сейчас ученые это все находят, и, собственно, мы поучаствовали в такой экспедиции. Мы, конечно, не ожидали такого экстрима, потому что нам сказали, ну, там вот пещеры. Мы себе представили пещеру со сводами и все прочее. А на самом деле ползли вот в таком проходе, все в грязи, жутко тесно, темно, страшно. Ну, собственно, сейчас вы все увидите своими глазами. В общем, чего только не сделаешь для пытливого ума. Но мы вот лезем в такую дыру. Черт побери. Мы идем дальше в поисках того самого красивого грота, где можно будет сделать красивую фотографию. Что там? Какая-то косточка? Да. Малюсенькая. Молодец. Мне пока только один зубик, и все, больше ничего. Вот в таких условиях и живем. Вот оттуда из той дырочки мы пришли, посветишь туда ползком. А здесь такой грот, в котором можно встать в полный рост. Вот такая штука. Красота. Вот. Такая красота. Смотрите, какие образования на стенах. И вот здесь красиво прям. Супер. Ну вот, смотрите. Сейчас я... Что это какая-то... А, вот это фаланга. И вот это, наверное, сейчас маленькие. Посмотрите. Вот такие. Смотрите, как выглядит нож. Такая вот. Такой вот. Как это находки. Я не знаю, как правильно. Прикольно. Так, вот здесь, смотрите. Прям в стене кость. А, вот точно косточка. Тут, кстати, вот тоже косточка. Не знаю, видно ли это я. После походов в пещеру, вот там у нас мы будем сегодня спать. Вот тут у нас сегодня ужин. Короче, хорошо сходили, это был первый опыт. Сергей Евгеньевич долго решал, нужен ли ему этот опыт. Я задки уже почти дал. Но было некуда деваться, там сзади была я. Шансов вылезти из пещеры не было. Поэтому мы это сделали, никогда такого не делали, в такие узкие щели мы еще не залазили. Это было прикольно, прикольные вообще везде, в самой пещере прикольные какие-то вот эти, как это называется, полости, какие-то маленькие залы, то есть это была такая проверка себя на прочность, где-то ползком в грязи, где-то на коленях. Но мы это сделали, как бы, но все, было страшно, короче, вот мы свои 45 лет признаемся, что было страшно, да? Да? Да, даже Сергею Евгеньевичу, вот, но все равно мы рады, это было прикольно, в общем, что, едем дальше. Доброе утро, Олеся Викторовна. Доброе. Раптор Сергеевич. Доброе утро. Доброе утро. Как спали? Хорошо. Все, в общем, подъем.
Сейчас умываемся, кушаем, завтракаем, и вперед нас ждет интересный день. Про птичку попросил Сережа. Короче, утром нас разбудила птичка. Она реально стучалась в окно, так я сначала не поняла, кто, потом смотрю, правда, сидит. Чего она делала, не знаю. Ну, в общем, прям тык-тык-тык вместо будильника, да. Мы, естественно, не очень хотели вставать, но уже раз птичка разбудила, встали, собрались, все. Тем более, как бы, план на этот день был прям вот, ну, такой плотный. У нас впереди были гиганты Крыма. И первая локация — это место, где можно было найти левиафаний, огромных таких раковин, древних моллюсков, которые обитали на территории Крыма в меловой период. Тогда в Крыму было море, и, собственно говоря, и обитатели морские. И у нас был шанс в этот день найти эту левиафанию. Но смотрите дальше, нашли мы ее или нет. Ну что, Сергей Евгеньевич, что у вас за бардак? Это не бардак. Это утренний сбор. Творческий беспорядок. Да, творческий, туристический беспорядок. Да, в общем, сейчас позавтракаем. Вот так начинается почти каждое утро, когда нет кемпера. Да. Ну ничего. Когда мы понимаем, какой нас ждет день впереди, это становится пустяками. Мелочи. Да. Сейчас так все приберемся. Всем хорошего дня. Да. У нас такая панорама сегодня. Потрясающая просто. Красота. Прежде всего, мы приехали, чтобы найти левиафани. Это такие гигантские большие гастроподины. Вот, был такой монстр библейский левиафан. Он тоже был большой и морской. И таких морских гастропод тоже назвали в его честь левиафаний. Возраст — это начало мела. Самое-самое начало — кучкинская свита Бериасского яруса нижнего мела. Я даже не выговорю. Я просто знаю, потому что ей занимался мой научный руководитель Владимир Владимирович Аркадьев. Вот. И у него вышла в прошлом году статья, он написал аммонита, который мы нашли в этих породах. Впервые нашли аммонита, и ему удалось ее датировать. Он ее датировал нижним бериасом. Самое-самое начало мелового периода. Вот. И тут морские такие фации, очень много бентосных организмов. Прежде всего неринеи, это двустворчатые моллюски такие длинные. И очень много двустворок. Вот. Как раз за ними мы, в принципе, и приехали. Еще в этой балке есть аммонит. Так, вот туда мы смотрим, вот там есть аммониты. Правда, внизу. Да. Есть аммониты, большой выход. Вот так вот. Короче, будем надеяться на крутые находки, да? Да, обязательно. Вы обещаете? Да. Супер. Позже покажем, что найдем. Смотрите, лежит вот такой камушек. Здесь ника. И здесь вот видно... гастроподы срезанные, побитые. Куча их тут. Красавец такой. Так, еще раз, это значит у нас кто? Птиматис. Птиматис. Жили? У нее чем отличается от неринеи? У неринеи у нее идут вот такие вот камеры. То есть их обычно, ну, когда для определения их срезают, и по этим камерам определяют вид неринеи. У этого идет мелкие камеры, вот они здесь видны. А внутри идет трубка полая. Угу. То есть через всю ракушку она вот здесь вот выходит. Так, когда они жили, получается? Это получается 145 миллионов лет назад. Вот ну, это... если у нас гатериев это более молодые отложения, там где-то 132-135 миллионов лет, это вот наш крымский карьер. Там гатериев. А здесь вот самое начало меловой эпохи. Понятно. Это вот самое... так сказать, вот недавно еще юрский период. Понятно, очень круто. Так, еще у нас, смотрите, вот здесь. Так, а это получается, вот это неринея. Это неринея. Неринея, это вот это. Как это называется? Гигантская, это раковина. Ну, короче, вот это то, зачем мы пришли. Она в породе, вот здесь ее видно, вот здесь, по идее, у нее хвостик, и вот эта ракушка выглядит вот так. Ого! Так, сейчас мы ее там посмотрим. Солнышко повернуть. Да, красавица прям. А ступ, это не... Что это? У него он там это какой-то... Это не губка, это игла морского ежа. Такая здоровая? Такая здоровая. Ничего себе. Надо брать. Честно сказать, иглы морских ежей я здесь вижу впервые. Вот. Уникальная находка у нас сегодня, игла морского ежа. Круто. Да, вот. Только что нашли, улитка называется вот Натика, а это мне Виталий подарил юрскую Натику с прижизненным рисунком, прижизненная окраска. О, а вот прикольно. Это вот, а это вот только что мы нашли. Ну это, конечно, в раковине, но интереснее. Ой, все равно круто. А это вот здесь вот, ну, просто банан такой. Тут еще есть кораллы, смотри, вот такие прикольные коральчики колониальные. Ну видно, на видео будет. Да, 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 видно. Вот такие улитки, криптоплокусы. Жалко, не целая, конечно. Вообще улиток здесь очень много.
просто самое улиточное место во всем Крыму. Все, сейчас мы найдем что-то еще целое вот в этой осыпи. Ой, это игла морского ежа? Да, это такая, поближе. Держи, ударю. Ой, спасибо. Которая он вкручивается в грунт. Ничего себе. Ух ты. Что это такое? Вот, прямо здесь вот на дороге лежат вот такие, как винты от мясорубки. Видишь, это улитки. Достаточно крупные. Называется по латыни Неринея, в честь морского старца Нерея. Да? Немножко почистить надо, похож на винт мясорубки. Вот это мезогастроподы, так называемые. Возраст их это Бериасский ярус нижнего мела. Класс. Вот такой вот красавчик попался мне. Дома можно его аккуратненько отпрепарировать. И будет вот такой вот красавец на породе. Целенький. Классный. Мы ехали на это место с одной целью – найти левиафани. Очень мне хотелось ее найти, но находились там двухстворки, гастроподы, какие-то кораллы, но не было левиафани. И самое важное произошло вот прямо сейчас. Так, там, короче, супер находка. Я вообще не трогал, я просто ее глазками увидел. О, да, вон она лежит, офигеть, вот это да, ребята. Вот, а потом нашел вот такую. Офигеть, вот она. Теперь бери молоток. Сумасшедшая. Ну нет, тут, наверное, руками надо, можешь подержать? Давай я поснимаю. Сейчас я ее. Видно, на видео я вижу. Да, сейчас. Вот эта находка дня. Вот это да. Вот она. Обалдеть. Вот. Вот так. Смотрите. Она. Да, не я нашла. Офигеть. Да, это шикардос просто. Даже круть. Даже нечищенная выглядит уже. Спасибо. Итак, я нашла свою гигантскую левиафанию. Мы охотились за гигантами и поехали на среднюю... Фу, еще раз. Итак, я нашла свою гигантскую левиафанию, и мы поехали... Итак, я нашла свою гигантскую левиафанию, но это был не последний гигант, за которым мы охотились в Крыму, и мы поехали на следующую локацию за огромными морскими ежами. Так, короче, другое место, и вот для любителей фараманифер... Хомяк ему. О, прекрасный! Это вот самые крупные, которые здесь в Крыму встречаются. Вообще есть еще крупнее, где-то вот такие, но это на белой скале. Понятно, круто. Это красавчик. Вот одноклетка, одноклеточный организм. Нумулитус регулярис. В общем, мы идем на новое место. Там мы надеемся найти гигантских ежей. Гигантские, куда они пошли сюда? Вот, и, соответственно, немулитов вот таких красивеньких. Сейчас посмотрим, что там. Так, вот здесь вот в стене, пока целого не нашли, но нашли тот, которого срезали. Посмотрите, какой был огромный еж. Вот такой вот просто. Вот рука, и вот такой был еж. Называется страшным латинским словом Canoplicus canoideus. Один из самых больших морских ежей за историю планеты. Офигеть. Карьер выбирал, когда экскаватор его срезал пополам. Сейчас будем искать целого, я думаю, что покажем. Будем надеяться, да, что здесь где-то лежит, вот здесь вот, где-то здесь лежит наш целый еж. Будем искать его. Canoplicus. Вон он, смотрите, торчит. Офигеть. Блин, для размера. Вот моя рука и вот еж. В горе еще торчит. Тоже попробуем его достать, да? Попробуем достать. И вот еще. А это погуба. Целый эхинолампус. Эхинолампус. Лампас. Эхинолампус. Вот, смотрите, какой кусочек. Тоже был здоровый ежик. Ну, будем надеяться, что у нас сегодня будет целый. Еще посмотрите, тут вся стеночка, она из немулитов. Это вот уже макушечка с него смылась, и такая красивая там форма в виде такой спиральки. Так вот, честно, у меня вообще ни одного спондилуса. Вот, нет. Еще и спондилуса мне отдали. Посмотрите, него, какая красота. Раковинки, тут видно, если на видео будет, не будет, не знаю, шипы. Да. Этими шипами он закреплялся на илистый грунт, который
проваливается. Чтобы не проваливаться на длинных-длинных иголках. Иголки сами обломались, естественно, но вот пеньки от них пооставались. Ну, как хороший ёж было так в иголках. Да, он шипастый прямо весь был. Прикольно. Вот. А интересно, здесь вот этот вот морской ёж, вот я показывал уже, там спил через морского ежа. Вот так выглядит этот морской ёж Canoclepus canoideus, когда он не распиленный, не расколотый. Абсолютно он целый, панцирь тут видно. Да, на видео должно быть, да? Угу. Да. Один из самых крупных морских ежей в истории планеты. Офигеть. Я как-то написал, что самый крупный, но меня там поправили, потому что есть один еще клепиастериды, да, которые они такого же размера, ну, такого же примерно. Спорный вопрос, но вот один из таких. Круть, это неправильный морской еж. У него попа и рот внизу на одной стороне находятся. У правильных ежей попа была бы сверху. Здесь вот. Так, находки продолжаются. Посмотрите, какой еж. Он такой длинненький, симпатичный, немножко подбитый вот в сравнении с рукой. Но у него, посмотрите, там рисунок какой крутой. Посмотрите, какой прекрасный ежик. Чудесный. Просто восторг. Почистим его. И он вот будет украшать полочку нашей коллекции ежиков. Прибыло. Таких у нас еще не было. Класс. Ну что, вот это супер находка. С помощью мужчин его слегка подрасшатали, а теперь мне, как это, честь перерезать ленточку и, блин, нифига он, ох, вот это ёж, я такого никогда не видела, блин, круть, вообще с таким рисунком, офигеть, вот это, конечно, экспонат для музея, шикардос. Поздравляю сама себя с такой находкой. Эмоции через край, конечно. Очень круто. Это ёж, ребята. Да, привет, подписчики. Сейчас немного прокомментирую наши находки сегодняшние. Прежде всего, мы приехали за морскими ежами. Прежде всего, за большими. Вот очень большой, хороший морской еж. Только что вы видели, как его вытаскивали. Canoclepus canoideus. Из нумулитового известняка. Почему из нумулитового? Потому что здесь есть вот нумулиты, это одноклеточные такие зверюшки, которые помогают нам определить возраст этой породы. А возраст ее это средний эоцен. Лютецкий в Европе называется ярус, или в Крыму у нас, где мы находимся, он называется симферопольский ярус. Период палеогеновый, отдел эоценовый, ярус, соответственно, симферопольский. И вот такие вот замечательные ежики. Canoclepus canoideus. Вот этот Echinolampus называется. Вид, к сожалению, я не помню. Он очень вытянутый. И еще у нас есть вот здесь вот такой красивый спондилус. И вот как раз он рядом с нумулитами. Вот. Нумулитов здесь видимо-невидимо. Нумулиты — это одноклеточные животные из группы Foraminifer. Когда будете в Египте, там есть египетские пирамиды, возьмите один нумулит и подойдите с ним к египетским пирамидам. Вот эти пирамиды в Египте все построены вот из нумулитового известняка, там тоже очень много нумулитов. Когда я их впервые увидел, эти пирамиды, наш историк Геродот, вот, он решил, что это ничего лучше не придумал, чем решить, что это монеты окаменевшие, которыми фараоны расплачивались со строителями пирамид. И так их назвал Numulus litus, нумулиты, каменные монетки. Сегодня мы, конечно, знаем, что это не монетки, а это раковинки одноклеточных животных. И такой же точно вот у нас известняк, как в египетских пирамидах, только находки у нас лучше. Поэтому приезжайте в Крым и подписывайтесь на канал. Да нет, ну не говори, нет, нет, целый. Шикарно, ну что, супер. Он реально целый. Офигеть. Да, ну у него здесь чуть-чуть отбита вот эта передняя часть, но это все крутое. Смотрите. Суперский еж. Просто шикарный еж. Вот такие находки можно сделать в заброшенном карьере. Это очень круто, да. Да. Здесь вот вообще вот так. Камыш и никого. И никого, да. Ну и вот там вот раптор лежит, жарковато ему сегодня. А в стеночке торчат вот такие ежики. Ну что, Сергей Евгеньевич, рискнешь того или не будем? Сейчас посмотрим, попробуем. По настроению, да? Отдышусь. Отдышусь, ну хорошо. Ну и насобирав гигантов, нагревшись на солнышке, естественно, мы рванули на море.
решили заехать на море. Да, Сережа говорит, китов пойдем с утра искать. Причем, может, здесь на море и пойдем. Да, но там мы никогда не находили, мы на другом месте находили. Ну, короче, в общем, мы приехали на море. Да, купаться еще нельзя, но почему бы и нет. Да? Очень красиво. На самом деле, конечно, мусорно. Ой, смотрите, это уже более современные товарищи. Рапаны. Сейчас еще ракушек понасобираем. Не знаю, зачем они нам. Возможно, пригодятся. Вот говорила Сережа, ну зачем тебе на пляж? Ну давай постоим на травке. Ну нет, мальчикам же нужно приключение. И мальчик нашел себе приключение. Не можем выехать. Тут остался вон фигня какая. Но что, Сергей Евгеньевич, вам просто не хватало приключений на сегодня. Да? Очень хотелось в песочек. Мальчики, они такие мальчики. Я просто соскучился по таким двигательным процессам. Да-да-да, все понятно. Здесь мало тебе сегодня двигательных процессов. Еще один понадобится. Скучно было. Ну, давай, успеха тебе. Олеся Викторовна, доброе утро. Доброе утро. У нас завтрак. Баночно-коробочный. После завтрака у нас была последняя в этой поездке локация. Мы планировали там найти огромного кита. Как Сережа сказал, можно и без ног. Но хотелось с ногами. Вот. Но в итоге кита мы не нашли. Даже, в принципе, кусочка какого-то позвоночка мы не нашли. Но зато нашли кое-что другое интересное. Кто тут по грязи шлепает? Это раптор шлепает по грязи. Да? Сегодня у нас новая локация. Это такое соленое озеро. Оно, кстати, бывает тоже розовым. Но сейчас оно бывает летом. Сейчас, конечно, это просто озеро очень соленое. И здесь мы попробуем найти позвонки китов. Ну, по крайней мере, 2 года назад вот на его бережку мы находили. А еще есть здесь такая штука, это грязевой вулкан. Вот, посмотрите, он такой маленький, но он живет своей жизнью, пока что-то не булькает, здесь это редко, но какие-то пузырики из него вон там он выходит. И он вот тут существует, не знаю, мы, наверное, сколько лет сюда ездим, 7 лет, и он тут есть, никуда не делся, потихонечку. Функционирует такая вот штучка, горка такая, ну, такая красота вокруг. Такая тут скала огромнейшая, обрушенная. И такие вот останцы. По идее, вот в таких останцах тоже могут быть дельфинчики и киты. Ну, сейчас посмотрим. В прошлый раз именно вот такой глыбе удалось найти кости дельфина. Может быть, нам сегодня тоже повезет. Пойдем. Устал? По горам лазить, да? Сильно устал? Или так, чуть-чуть? Вон оттуда мы с раптором пришли. Вот тут поднимались, так потихоньку. Вот там он раптор фазанов погонял. И залезли сюда на гору. Наша цель вот туда. Раптор нашел тюльпан. Да, раптор? Вот такой вот красивый тюльпанчик. Раптор его нюхает. Ну, смотри. Нет, тогда пошли дальше.
вот обычный гипс пластами. А здесь, посмотрите, эти розочки, они... Вот одна, вот одна, вот. И вот они в слое такими розами, не пластами. Поэтому они отсюда так и вываливаются. Вот это вот, видимо, будет очень красиво, но выковыривать я не рискну. Такая вот, такой вот слой с гипсовыми розами. Мы, конечно, собираем их уже вот здесь, в осыпушечке. Да, Сергей Евгеньевич? Да. Так что такая вот красота. Решил я все-таки попробовать ее достать. Сейчас. Видите? Так уж она мне понравилась. Ну, посмотрите, красавица какая. Просто клевая. Такой цветочек. Офигеть. Ну, в общем, сегодня у нас как-то не очень с позвонками на этом месте. Как-то мы отсюда вывезли два рюкзака, но сегодня нашли одну дохлую косточку тюленя. Но зато набрали гипсовых роз. Но в любом случае, эта поездка была шикарной. Много находок, много впечатлений. Даже на морешке постояли. Вот, поэтому мы довольны. Самое крутое в любой поездке, когда цели достигнуты. А наши цели были достигнуты. Мы нашли гигантов крымских. Вот такая левиафания. Шикарная. Конечно, ее надо отпрепарировать еще, но в любом случае сама по себе размер передается, она реально огромная. И вот такой вот шикарный еж, действительно тяжеленький, действительно гигант. Тоже его нужно будет отпрепарировать, и наш музей увеличился на 2 экспоната, чему мы несказанно рады. А мы, как говорится, едем дальше.